Привет-привет! Небольшая заставочка перед основным видео. Поблагодарить хотел я Кею нашего, Кея73 или KU73, не знаю точно как есть, пытался найти в интернете, как произносится, к сожалению, нормально не нашел. Основная часть подарков вы сейчас видите на экране, ребята. Это подарил мне он, то есть просто так, видимо. Ну, подарил и на стримах, и так дарил, на день рождения от него подарки получил я, получается. Там, ну, очень солидное количество. В дальнейшем мы сейчас их будем открывать, как и будем открывать сундуки с экспедицией. Вот. Также хотел поблагодарить Васю. Он у нас есть, это второй человек по подаркам, кто мне накидал ховера. От него я получил подарки. Совушка моя, солнышко, от нее я получил... большие подарки, что сейчас тоже буду открывать. Ну еще раз привет всем, с вами Лига Music Wars, и вот наши подарочки. В общем, у меня 13, ребята, больших подарков, 87, то есть мелких, и 24 средних. Примерно таким мы располагаем. В общем, 118 звезд у нас. По крайней мере, то, что ну, вас интересует, ради чего вы это все смотрите. Дальше, соответственно, у нас Дракула плюс 18 и Фрэнки плюс 16. Ну, этот плюс 9 у меня висит. Ну, как бы ринги, ребята, я не говорю, у меня там 240 рингов, это не критично. Плюс машинка в гараже у меня третьего уровня. Ну, не падает он у меня. Вообще не хочет прямо. Вообще реально не падает он. Видите, он у меня стоит такой. Ну, ладно. Сейчас сразу по ходу дела и посмотрим. Только бы игра в этот не была у нас. У нас обычно игра в ничего. Она меня очень сильно потрясает. Ну, тут часто их 8-10. Смотрю, должно... И самое смешное, здесь они вот... Это уже не за тыквы. Это уже рубиновые. 144. Ну, давай ты не будешь... Кстати, кто-то говорил, что самый плохой, имею в виду, дроп, это вот как раз из самых вот этих мелких. Там вообще ничего нету. То есть вылетают бои, там вот вылетают как всякие энергии, там генема вылетают, шаума вылетают. Ничего нету. 20 уже подарков. И что такого в этом гробе? Вот раньше он на плюс 8 там падал вообще без всяких проблем. Никаких проблем никогда не было именно с ним, с его открытием там. То есть, а сейчас какая-то вот такая вот фигня, короче. Типа, знаете, сотники, сотнички. Ты чё, блин? О, отличненько. Отличненько, плюс четвертенький. Так, это... 30 подарков, короче, 30 подарков и еще один гробик. Нифига его не улучшили. Он как не падал, короче, так и не падает. Ринго. Ринго старт. Гробик пятый. Гробик пятый. Еще раз Кею нашему спасибо. Отличненько. И шестой. На 3 уже, ну слушай, ну уже прям, уже прям хорошо, уже прям хорошо. Причем это вторая партия, я вообще не рассчитывал, что у меня на Хэллоуин будет две партии подарков. Вообще, Кею, вообще спасибо, не знаю даже. Да тут как-то интересно, и день рождения как бы выпало на этот, тут такая. Надарили подарков, ой, ребята, спасибо большое, прям вообще... Я был так тронут там. Не знаю даже, как так это. Прямо так в душе это. Вот народ пришел, подарки кидал, поздравил. Что-то у меня в ВК было все забито там. Ну что? Ой-ой-ой. Ну хотя, жалуюсь, да, на гроб уже плюс 6 выпал. Хотя думал, вообще выпадет плюс 1. С 80, то есть на 20 подарков средние получается, да? Что уже, ну уже 900 их звезд. Смотри, хорошо, вообще прям, прямо от души, смотри, 115, ну, в общем, я доволен, если честно,
То есть плюс 3 вытянуть уже хорошо. Ну еще, еще возможно будет, но, ну, не у меня, видимо. Ну не у меня, видимо. Ладно. Но если выпадет или 19-й Дракула, или выпадет эликсир, я просто в шоке буду. Скорее всего, не должен. По X2 он будет выпадать, этих видели, да? X2, блин. Это вообще просто шедевр. 240. Сейчас будет все, что хочешь давать, но этих не будет. Ну и давай тогда 2000 звезд, уж что жадничать-то. Ну у меня 30 тысяч звезд, ребят, нет, потратить. Ну, 300 звезд. Ну я говорю, сейчас будет звезды мне впаривать. Ну нет. Да ну нафиг. Да ну, говорю, да. Ну это понятно. Короче, тут... Логично, чё? Логично, Фрэнки же надо вот скин 17-й Фрэнки, блин. Да ё-моё. Вот, кстати, с них больше реально везет, чем везет с этого. Сейчас я звезды еще потрачу, еще на Дракулу посмотрим, может что-нибудь выпадет еще. Ну не факт, конечно. Но везет вот это, ну везет на Фрэнки прям вообще реально везет. Я его вытащил там буквально с 4 подарков, мне там, ну, ребята кинули, МС бросил там подарок, Маша бросила пару подарков, о, 600 звезд чистыми вообще, вообще ничего. Ладно. Ну вот он не падает. Кто говорил, там потратил-то 20 тысяч звезд на это, на все. Самое смешное, что у меня 300 тыкв и все, их уже тратить некуда. Ну тут нереально, там 19-й, говорю, Дракулу и 10-й... Сферату там по 0,1% добавляется. Не вытянуть, конечно, его. Ну, так, короче, он и остался. Это 9-й у нас. В общем, так он как был, так и остался. Дракула 18-й. И Фрэнки 17-го уровня стал. Ну, не сильно, короче, наворочено. Но машинка зато прокачалась на плюс 6. Спасибо, ребят, всем, кто смотрел. Подарки это ваши, были все те, которые дарили на день рождения, те, которые дарили мне подписчики на стримах. В общем, это чисто видео для открытия ваших подарков. Спасибо вам большое еще раз. А если понравилось видео, ну ставьте лайк, подписывайтесь, ребят, на канал. Идем к 2500. К 2500, соответственно, и будем куча-куча подарков, короче, раздаривать народу. Просто так, чисто подписчикам своим. Ладно, ребят, всем счастливо. Всем пока.